Валерия Николаева поместили в столичную психиатрическую больницу. Актер попал туда из спецприемника, где вел себя неадекватно. Он пожаловался на нападение сокамерника. По словам Николаева, его также облили горячим чаем. Однако ожогов на теле актера не обнаружили. Есть лишь несколько ссадин на руках. Николаев вел себя буйно, поэтому утихомирить его смогли только с помощью смирительной рубашки. Суд 14 февраля постановил, что актера нужно лечить принудительно. На условия в больнице Валерий Николаев жалоб не высказал. Сказал, что тут все прекрасно, рассказали члены ОНК. Актер заявлял, что его 9 февраля задержали за то, что он ездил на авто без прав. Кроме того, в его моче нашли следы каннабиоидов. Николаев оправдался, что остался без водительского удостоверения по ошибке, а результаты анализов получились такими из-за лекарств. Однако врачи каннабиоиды в прописанных препаратах не нашли.